Всем привет! Сейчас находимся в Брюсселе. Дело в том, что мы летим в Минск через Брюссель. И поэтому вот мы сейчас из Парижа приехали на машине в Брюссель. Муж нас посадит, и мы завтра с Миланом полетим в Минск. Будем ночевать сегодня в отеле. И надеюсь, что сегодня походим по городу, что-нибудь посмотрим. Почему так? Почему летим из Брюсселя? Потому что билеты были очень дорогие из Парижа. И если покупать билет на лоукост, то нам тоже все равно надо было бы 2 часа пилить. А так мы вот 3 часа, и мы в Брюсселе, и билеты купили по хорошей цене. Вот из-за этого. И потом у нас прямой рейс Брюссель-Минск. Вот так. Начались бутики. Еще один туннель будет там. Еще один туннель? Нет. Мы не заедем. Мы уже подъехали к отелю. Нева, мы заходим в отель. Красивая такая улочка. Бутылочки с вином. Красивенько так. Ресепшн. Очень красивый отель. Находится в центре Брюсселя. Смотрите, здесь такая летняя терраса. Да-да, как красиво, да? Можно попить кофе, посидеть. Столики. Там что там? Бассейн. Пойдем, зайка, посмотрим, что здесь. Здесь, видишь, здесь такое закрытое. Зал. Бутылки с вином. Красиво, да, зайка? Довольно так неплохо. Это здесь на ресепшене такой барчик. Ты спрятался? Такая музыка, как на аттракционе в Диснейленде. Tower of Horror. Такой как... Старый ужастик немножко, почему-то ассоциация. Хотя очень красиво перед, как я уже сказала. Ку-ку, сейчас я тебя догоню и съем. Сейчас спрошу у мужа. Это, по-моему, отель 5 звезд, но я не уверена. Сейчас спрошу у него и посмотрим на номер. Правда, нам все равно, мы только одну ночь здесь. Какой прикольный лифт. Все такие кроссовки классные, Милан. Все светятся, вау. Давай, второй этаж. Заходим. Ты ла, номер 2, где? Ла. Ла, это 2. Какую ты книжку, Миланчик, выбираешь? Смотри, лукшмикси, и он стоит. Здесь книжки? Да, здесь книжки. У нас наш номер называется комната Queen Elizabeth. Да, мы будем с тобой спатенькать. Ты доволен? Ребят, смотрите, какой красивый номер. Сколько много шкафов. Жалко, что нету времени все сложить. Да, зайчка? Иди попробуй кроватку. Саси пухваш мне, я упугну. Жипан саси пухтуа, сасха. Са. Тебя дом ихля. Хороший номер, да, зайчка? Смотрите, какой здесь красивый гарнитурчик. А мы с тобой, солнышко, будем спать вот на этой кроватке, да? Да. Ой, смотри, Милан, здесь нам какой-то подарочек оставили. Потом посмотрим, что это. Хорошо, пока что не открывай, ладно? Вот темные... Доставай, они у меня в рюкзаке. Возьми, сынок. Темные оттенки, вот мне как-то в последнее время не очень нравится, но здесь так гармонично, красиво смотрится. Смотрите, черный с белым. Нормально, понравилось. Приятно. Балкончика нету. Соседнее здание, конечно, вид. Здесь, наверное, какие-то офисы. Не очень-то. Но вообще находится отель практически в центре. Буквально пешком можно дойти до всех основных достопримечательностей. Завтра мы еще идем на завтрак. У нас завтрак включен. О, кофе, отлично. Сейчас, Миланчик, мы с тобой кофе попьем. А там же, Микси.
Я вам все снимаю для того, чтобы вы видели, для того, чтобы если кто-то захочет остановиться в этом отеле, вы знали, как он выглядит, как выглядят комнаты внутри и халаты. Отель называется, кстати, Stanhope, Брюссель. Вот. И что я говорила? В общем, еще плюс ко всему, я же себя позиционирую как travel-блогера. Поэтому что у нас здесь? Здесь у нас шапочка для душа. Здесь у нас какие-то там ватные палочки. Это мылка. И это пилочка для ногтей мне как раз надо. Ну и обычный набор, стандартный. Вот так вот все это выглядит. Мыло. Зеркало классное. Очень хорошо увеличивает. Что там? Все, муж у меня нашел. Блин, такие шкафы большие. Зонтик даже. Здесь что? Тапочки. Тапочки. Это что такое? Ложечка. И чистить обувь. Сейчас, зайчка, иду к тебе, да. Сейчас иду. Посмотрим, что у нас здесь. Может, там кто-то спрятался. Сейф. А, Шмекси. Снеки. Бутылочка вина. Ça c'est frigo ou pas? Oui. Oui? Oh, c'est bien. Холодильник. Есть еду. Быстро. Красиво. Иду. Месье, что вы там творите? Месье, вы не поспаточкали, да, в обед? И поэтому у вас сейчас экстаз. Это не твоя кроватка. Твоя кроватка будет вон там, а это папина. Ты будешь со мной спать, ты будешь со мной, ты будешь со мной, ты будешь со мной. А можно мне взять? Ты какую хочешь? Смотрите, мы открыли коробочку, они нам оставили конфетки. Какую? Одну выбирай, сынок. Вот это полосатая, на кого она похожа? Это вот мужелина. На кого? На какое животное? Это кафе. На какое животное, Милан, похоже это? Бери вот эту белую. На зебру точно. Зебу. Себу? Чуши? Ça, c'était кафе, Милантик. Oui, mais c'est chocolat avec. Tu donnes à maman? Выбери хорошенькую какую-нибудь, вкусненькую. Это? Нет. Это кафе. Да. Подумай какую-нибудь. Лиза, что, Милан? Я бы хотела что-то похожее на зебру. Али. Не как такое, Милан. C'est pour moi, tiens, Милантик. Tu veux trop manger, là. D'accord, c'est pas grave, ok. Mange, mange. I will stop in Leonidas, c'est pas grave. Non, c'est bon. Mm. Ah. Mm. Et c'est tout, c'est fini. Non. C'était 4, on a tout mangé, Milan. Mm. Tu veux un goût? Parce que c'est bon. On y va. Allez, on va sortir. On va sortir. Ah bon? D'accord, merci mon amour. Мы вышли на улицу. Идем, гуляем, придем. Милан в обед ничего не ел. Не хотел. Перебил аппетит там какими-то сладостями, поэтому мы идем ищем, где будет перекусить. Куда? А, вы знаете, кстати, что название города Брюссель, ну, вообще слово Брюссель, переводится, оно состоит из двух слов, переводится как «селение на болоте». Что мы вообще еще знаем о Брюсселе? То, что здесь находится штаб-квартира Евросоюза, офис НАТО. И что еще? О, поп-поп-поп. Туалет воняет как... И со самого... Пивом очень сильно пахнет. Nous sommes le dimanche? А, c'est la fête, oui, la poubelle, Milantik. Это праздник у них, что ли, здесь в парке? Помните, когда мы были в Бельгии, я вам тоже еще говорила, что удивила, что очень много пива. Действительно, сколько они пива пьют. Слушайте, я не знаю даже, кто с ними может сравниться. Может быть, немцы? А, вы... Человечки.
переодетые в Марио. Какое-то такое чувство, что здесь все, я извиняюсь за такое слово грубое, но обдолбанные. Мы у ляба, он континент. On va longer là, on va arriver. D'accord. Viens les canards, un petit et un gros. Nous идем, бредем. Там вот что-то виднеется интересное. Сейчас посмотрим, куда мы повернем, куда пойдем. Понимаем, он ховец? Ай. Ля-ля, любовь. Анчик устал, совсем спать хочет. Скамеечки, полускамеечки стоят, практически стульчики. Можно полежать. Люди заморились экскурсиями. Сегодня воскресенье, мусор, походу, вывозят завтра. Везде на улицах пакеты с мусором. Галерея. Такие же, как в Париже, галереи. С магазинчиками. В Париже есть под открытым небом, а есть тоже вот такие вот. Шоколад. Та же марка, походу, которая у нас в отеле лежала. Алкоголь. Красиво, ничего не скажешь. Видите, она туда длинная-длинная тянется. Что это сорт Мексилка? Что-то видите, 100% органический хлеб, какая-то забегаловка с органической едой. Ребят, смотрите, пока Миланчик спит, мы тут взяли кофе для меня и такие бельгийские вафли. Во Франции тоже их делают с кремом и с клубникой, еще тут полито джемом. Ребят, это очень-очень вкусно, реально, это стоит 6 евро без кофе, чисто вот эта вафля. А там уже, видите, здесь рядом начались выступления. Хорошо, парень поет. Yeah.
хочу вам сказать, что, как и в любом туристическом городе, будьте аккуратны. Я носила рюкзак на спине, сейчас перевесила, потому что прямо вьются вокруг всякие такие, знаете, воришки. Будьте аккуратны. Смотрите, какая красота. Мы вышли. Очень красиво. Неопрятного города. Мы уже возвращаемся домой. Хотела вам сказать, что насколько у нас были приятные впечатления от Брюгге, то настолько у нас неприятные впечатления от Брюсселя. Вообще не нравится город. Второй раз мы здесь. Я думала, первый раз, возможно, ну, бывает такое, что с первого раза не понимаешь. Но нет, со второго я тоже. Какое-то такое впечатление складывается, что все грязное. Даже вот не в том плане, в плане мусора, а в плане того, что грязь какая-то, она вот такая нематериальная. Хочется прийти в отель скорее и помыться. Совсем не понравилось. То есть вроде бы как есть на что посмотреть, но не знаю даже с чем сравнить, не нравится. Если вы были в Брюсселе, напишите, пожалуйста, понравилось вам или нет. Нам как-то совсем, видите, мусор. Везде мусор, мусор. Мы возвращаемся в отель. Опасности. Даже в том же Париже, в центре. А вы, Леонов? А точно, вот муж говорит, во Франции, когда идешь в ресторан, там хотя бы воду бесплатно дают. Здесь нет. И вот вообще в Париже, конечно же, разные тоже районы есть. Но в центре
нету такого чувства, вот как здесь. Ну, не нравится нам Брюссель, мы много где были, есть с чем сравнить. И что-то как-то Брюссель вообще не впечатляет. Пишите свои впечатления, кто был здесь. Кому-то, может быть, очень сильно понравилось. Может, это мы уже такие привереды стали. Сейчас мне кто-нибудь напишет, зажрались. Ну да, видите, мы много, в принципе, путешествуем с мужем. Раньше вообще, когда не было ребенка, мы очень часто просто вот так вот вечером сели в машину и поехали. Завтра постараюсь еще в нашем отеле. Этот отель, кстати, он отель 5 звезд. Постараюсь снять завтрак. Что там будет интересно? Что будут давать, покажу вам. Леонидас. Туз. Oui, la mange un petit morceau de poisson et il pèse maintenant 2 kilos en plus. Красивая галерея, конечно. Ничего не скажешь. Что ты там за кролик? На огромном велосипеде зачиха. Ки. А вы? Си там еще тюбанс? У нас второй день. Мы идем на завтрак. Видите, какие здесь люстры. На улице можно выйти. Антин Борисов, где живет пельмени? Трубки. Там. Там что-то. Сосиски. Грибочки. Омлет. Вафли, грибы, сухофрукты, яйца. Вот руби. Миланчик, ты вам инжекла? Минфусвах, Милан? Подхону. Побукуну. Цепутва. Что мы взяли, набрали с утра. Такое обычно не ем, но может ребенок что-то поест. Тут у нас булочки. Бон аппетит. Бон аппетит. Все, мы уже позавтракали. Завтрак был очень вкусный. Отель вообще нам очень понравился. Я оставлю ссылку инфобоксу на этот отель. Находится он в хорошем районе, чистом и спокойном. Вот. Сейчас мы уже едем в аэропорт.